Швайнштайгер будет подавать угловой и призывает трибуны сильнее поддерживать сборную Германии, которой уже остается чуть больше 15 минут до выхода в полуфинал. Второй полуфиналист определяется в матче Испания-Парагвай. Что делают? Что делают немцы? Что делают немцы, просто разрывая защиту сборной Аргентины и автор забитого мяча Арне Фридрих, который совершенно естественным образом пришел сюда, чтобы принять участие в розыгрыше углового. Откуда-то возвращается Ангела Меркель. Я надеюсь, что она не уходила и видела этот забитый мяч. 3-0 в пользу сборной Германии. И, конечно, соавтор этого мяча был Бастиан Швайнштайгер. Вот он открывается. Он только что подавал угловой. Пошел. Никто не атакует. Ну, а здесь уже, видите, может быть, немножко там поскользнулся кто-то из защитников. Кто-то не дотянулся. Кстати, вы знаете, на последнем-то рубеже, на предпоследнем рубеже, между прочим, был, если я не ошибаюсь, Гонсало Игуаин, 9 номер. Здесь он тоже в штрафной. Если автор забитого мяча Фридрих, как высокий защитник, пришел в чужую штрафную забивать, Аргентина выходит Агуэро, 16 номер, под 16 номером. Повтор забитого мяча. Смотрите, что делает Швайнштайгер, обыгрывая пол команды. Пытался, конечно, Хайнце помешать Арне Фридриху.